родители. Сегодня я вам расскажу и понятно покажу, как делать букеты из конфет своими руками. Для этого нам понадобятся конфеты. Для каждого букета свои конфеты. Если вы делаете букет с тюльпанчиками, нам понадобятся вот такие конфеты. Их называют чупа-чупсы. Если вы делаете букет с ромашками, нам понадобятся вот такие конфеты, кругленькие, но такой вот как подушины. Они называются Аленка. А если вы делаете букет с розочками, нам понадобятся вот такие конфеты. Также нам понадобится гофрированная бумага и горячий клей, ножницы. Но сначала техника безопасности. В-первых, надо надевать себе фартук, чтобы не испортить одежду. Еще осторожно с горячим клеем, потому что он очень плохо отстирывается и очень больно, когда дети им обжигаются. И осторожно с ножницами. Если вы их передаете, надо передавать щупальцами к себе, а вот так вот надо передавать. Если вы даже умеете это все делать, а правила безопасности забывать никогда не надо. Неважно, что вы там учитесь делать. Thank you.
мечтою зовется не зря. Может, там за седьмым перевалом вспыхнет свежий, как ветра глоток, самый сказочный и небывалый, самый волшебный цветок, самый сказочный и небывалый, самый волшебный цветок. Тем более, если мы сделали его своими руками. Такой букет. Я приехала из Волгограда, я подарю этот букет бабушке. Она живет в Калаче, каждый год я приезжаю к ней, чтобы погостить. Это я делала букет для мамы подарить на день рождения. Мне называется «Ромашкино поле». Я его делала 2 месяца. Для него мне понадобилась бумага, клей и круглые конфеты.
Моей маме это очень понравилось. Удачи вам в ваших начинаниях! Пока! Пока.